Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Давно я уже не записывал здесь на канале каких-то подкастов, в принципе, и информационные видео тоже как-то отошли на второй план. Вы сами знаете, что по большей части у меня канал ориентирован на аудиторию по игре Escape from Tarkov. Ну и такого чего-то интересного вокруг Таркова сейчас в последнее время не происходило. Поэтому роликов стало меньше. Был тут недавно у меня ролик по поводу того, что занерфили прыжки, но я высказал свою позицию. Я увидел, что большинство людей как раз было за то, чтобы то, что изменения разработчики сделали правильно, поэтому я это принял, понял и как бы больше по этому поводу высказываться не хочу. Ну и, конечно, важный момент. Я всегда стараюсь быть человеком достаточно рассудительным, без сильного эмоционального высказывания какого-то, стараюсь это все дело обходить, хотя, конечно, на стримах это все дело у меня иногда проявляется, но вы сами знаете, что мы сейчас живем достаточно неспокойное время, хотелось бы, конечно, чтобы все было иначе, но как есть, я не буду сейчас высказываться там по поводу политики, потому что, на мой взгляд, это все дело очень, очень грязное, и не хочу быть вообще в каком-то обсуждении этого всего дела. Вот, сам я живу в Беларуси, я думаю, те, кто давно меня смотрит, знают прекрасно. Все, что касается моей страны, это как бы моей стране, но мы, ну, как живем в таком обществе, что не, сейчас уже нет какого-то разделения, не знаю, там, моя страна, ваша страна, наши страны, вы сами знаете, это сейчас очень тяжело все происходит, и какие-то вопросы там с ограничениями, санкциями, каждый день что-то есть новое. Наверное, самое главное, почему именно сегодня подкаст я вот записываю. YouTube прекращает монетизацию, можно сказать, монетизацию каналов, где аудитория русскоязычная, то есть Россия, Беларусь. Не знаю, касается ли это еще каких-то стран, ну, в общем-то, как есть. То есть все, что теперь выходит на канале, если это смотрит из России или Беларуси, соответственно, автор больше не получает никаких денег. То есть это он делает все бесплатно. Вот. YouTube для меня, не скажу, чтобы прям стал какой-то работой, хотя в какой-то момент времени я подумал, что это действительно так. 6 лет я уже занимаюсь этим делом, с 2016 года, и, конечно, много всего происходило за все это время. Постоянно были какие-то новые проблемы, и YouTube с каждым годом становился все более недружелюбным, на мой взгляд. Например, в прошлом году я ушел совершенно с стриминга на Ютубе, вот с середины года, потому что я понял, что на Ютубе это не просто перестало как-то развиваться, а по большей части больше палок в колеса. Ну, естественно, все у Ютуба сейчас, ну, не только у Ютуба, в принципе, у всех так, но заработать как можно больше денег, и то, что там какие-то есть пожелания, как-то там ребята, авторы стримят для них, для Ютуба, совершенно плевать, что вообще у них дела происходят. Ну и, в общем-то, я ушел на Twitch. Я не скажу, что Twitch в этом плане как-то лучше, но, по крайней мере, пока что Twitch позволяет зарабатывать на стримах своих. Хотя я не уверен, что это в ближайшие пару дней не поменяется. Все может действительно измениться. Ну, в общем-то, я ушел с Ютуба, и, конечно, на Ютубе стало меньше у меня какого-то контента именно, ну, не знаю, живого. Остались только ролики, ролики, естественно, по Тарку, да, были иногда какие-то ролики по другим играм, но, конечно, я вижу прекрасно по просмотрам, по вашим комментариям, по, ну, вашей реакции, что вы сюда пришли за Тарком, то есть не за тем, чтобы я что-то еще показывал, я это понимаю прекрасно, поэтому для меня, в принципе, это никакой проблемы не вызывает, но вот так уж получилось. Ну и сейчас, даже если что-то будет интересно выходить по Таркову, все, что я буду делать, оно будет, ну, условно говоря, просто потраченное мое время. И единственное, что я получу, только, ну, вашу какую-то положительную или, может быть, отрицательную реакцию. Хотя это тоже немаловажно. В нашем, опять же, неспокойном мире какое-то одобрение от людей или слова поддержки, они действительно являются важными. Я не буду сейчас говорить про то, что, типа, ребята, пожалуйста, поддержите меня, вот у меня тут ссылка на мой донат, там, на мою карточку, пожалуйста, я не хочу этого терять. Честно, я последние уже несколько
ну, месяцев, не знаю, даже, ну, единственный месяц, когда у меня что-то было нормально на Ютубе в плане какого-то там заработка или что-то такое, это вот Новый год, все. Все остальное время я получал около $100 и, в принципе, хотя этого, этих денег как раз хватало, чтобы, ну, почти хватало, чтобы оплачивать квартиру, где я сейчас живу. Может быть, у меня что-то сейчас поменяется, мне придется вернуться к родителям, потому что я не смогу оплачивать квартиру в ближайшее время. Может быть, такое действительно будет, но я все равно не вижу в этом ничего страшного. В конце концов, можно найти работу. Вот. Ну, в общем, знаете, ребят, что все, что сейчас будет выходить на канале, это по большей части, ну, для вас. Ну, то есть, как бы, все, что выходит, это просто вам посмотреть. Поэтому, если вам хочется как-то поддержать меня, пишите комментарии, не знаю, подписывайтесь на канал или не отписывайтесь от канала. Может быть, когда-нибудь все это дело изменится и вновь просмотр вернутся, и тогда все будет хорошо. Но я не разделяю такого оптимизма. Конечно, еще момент, что можно размещать тут какую-то рекламу, но я, в принципе, против всего этого дела. Недавно был, конечно, у меня вот рекламный ролик по Wartels. Игра достаточно, на самом деле, хорошая, интересная. В нее сейчас можно залипнуть, хотя есть вот Elden Ring, но... На Ютубе я не останавливаюсь, то есть я не хочу здесь заканчивать как-то свою деятельность. Просто ролики, может быть, будут выходить реже, хотя куда уж реже, если посмотреть за январь-февраль, у меня тут вообще роликов почти не выходило, еле-еле один раз в неделю. Вот, но, в общем-то... Такая ситуация, просто чтобы понимали, если вдруг роликов станет еще меньше, хотя куда уж, все дело в том, что, ну, может быть, я нашел работу и пошел куда-то работать. Twitch. Тут тоже момент достаточно интересный, потому что я, в принципе, сейчас, да, стримлю на Твиче. На Твиче пока еще можно как-то заработать. С учетом последних изменений, там все идет к тому, что сделают примерно такую же тему, как здесь на Ютубе. То есть многие наши ребята, тарковские стримеры, они уже ищут, смотрят запасные пути, куда идти, где можно, ну, как-то жить. Потому что многие ребята, кто именно стримеры, они за счет этого дела живут. То есть Twitch, YouTube, для них это работа действительно полноценная. У них семья, у них какие-то вещи, там, квартиры и прочие-прочие, ипотеки. Им это надо дело содержать. Поэтому, ребят, если видите, если вот вы в нашей тусовке, так сказать, в Тарковской, пожалуйста, вот поддержите вот этих ребят, у кого там семья, дети. То есть вот им действительно нужна какая-то такая поддержка. В общем, да, переход на какие-то другие площадки. Ну, тут я тоже не знаю. Может, я тоже когда-нибудь об этом задумаюсь. Может быть, даже в ближайшие пару дней. Но пока, если что, приходите к нам на Twitch. У нас стримчики. Мы сейчас вот играем в Elden Ring. Периодически на Тарков отвлекаемся. Ну и там... Можно с нами поговорить. Но, пожалуйста, давайте без, опять же, без всякой политики, без вот этого всего обсуждения, потому что эта тема достаточно болезненная. Я много уже видел высказываний от моих коллег, от там, блогеров, от стримеров. У каждого какая-то есть своя позиция. У кого-то, ну, не знаю, там кто-то разделяет позицию другого человека. Я, в принципе, разделяю позицию того, что 2021 год не такой уж и плохой был, как оказалось. Что еще хотелось бы сказать? Ну, во-первых, конечно, извините, что вот в таком формате я без какого-то заготовленного текста просто говорю, что у меня сейчас приходит на ум. Мне кажется уместным, чтобы закончить, в принципе, этот ролик, ну, сказать спасибо, ребят, всем, кто смотрел меня все это время, кто поддерживал, продолжает смотреть даже не самые интересные, может быть, ролики на канале. Мне хотелось бы, чтобы как можно скорее мы вернулись к... привычному нами укладу жизни, чтобы у всех у нас было все замечательно, чтобы все были живы, целы и здоровы. Наверное, это все, чего я хотел бы сейчас. Вот такие вот, ребята, дела. Все, хорошего вам дня, хорошего вечера. Надеюсь, с вами будет все в порядке. Спасибо, что дослушали до конца мой скучный монотонный монолог. Ну и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.